Лествице 5 лет. Средняя общеобразовательная православная школа сформировалась еще на базе Одинцовской школы номер 8 из классов с этнокультурным компонентом. Такие были созданы еще в 2007 году в качестве эксперимента. С 2018-го Лествица стала самостоятельной, переехав в здание православного социально-культурного центра при храме Гребневской иконы Божией Матери. Вероника Антипова – одна из учениц. В этой школе с первых дней создания. Сейчас в 10 классе и рада своему выбору учебного заведения. Я считаю, что главный плюс – это, конечно, ребята, с которыми я учусь, потому что это совсем отличается от обычных общеобразовательных школ. И поэтому мне очень нравится, что нас мало, но при этом мы очень дружны друг с другом. Конечно, мне нравятся учителя. Хоть школа и православная, отличие от обычного учебного заведения немного. Ученики также проходят утвержденную Минобром программу, участвуют и занимают места на школьных олимпиадах. В дополнение к этому изучают основы православной веры, духовное краеведение Подмосковья, церковнославянский язык и церковное пение. Лествица – это духовное восхождение каждого человека, которое он приобретает в течение своей жизни. Начинается он, конечно, с детских лет, с первого класса. Мы в своей школе придаем большое значение именно духовно-нравственному воспитанию ребенка. Православие в этой школе не просто учебный предмет, а основа воспитания. Обязательными в школе являются молебны в начале и конце учебного года, участие детей в литургиях, ежедневные молитвенные правила перед началом занятий, молитвы перед трапезой и после. Каждый ребенок, вот я сегодня увидела этих удивительных деток, каждый ребенок не просто учится, а он именно понимает, что такое православие. Что такое любовь к своей русской земле? Как нужно уважительно относиться к своим родителям, к семье? Этим в том числе обоснован выбор названия школы. Лествица Райская создана в конце VI века по просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря, и представляет собой руководство к совершенствованию. Роман Попов, телекомпания «Одинцова».